Приветствую вас, Евгений. Смотрите, я думаю, что вам имеет смысл определить, какую конкретно проблему вы хотите решить. То есть, понимаете, если вам нравится мужчина, то это ваша природа. Идти против своей природы, мягко говоря, сложно. Вот. И тут важно понять, чем вы руководствуетесь, говоря, например, о нормальной семье. Для чего вам нормальная семья? Почему в 20 лет вас волнует тема нормальной семьи? Что такое нормальная семья? Опять же. Вот. То есть этот момент нужно разобрать. Этот момент нужно рассмотреть. По большому счету, против своей природы вам не пойти. Потому что природа ваша, желания ваши, и выбор партнера, он по большому счету тоже ваш. Поэтому здесь все упирается в ваш стыд, чувство вины и непринятие себя в какой-то степени. Ну, на самом деле, в достаточно серьезной степени, я полагаю, непринятие себя. Так что определитесь, пожалуйста, с тем, что какую проблему вы хотите решить. Просто сделать так, чтобы вам перестали нравиться партнеры определенного пола. Ну, это значит идти против своей природы. Это можно исправить. Можно исправить. Но вопрос в том, насколько это будет этично, насколько это будет адекватно, насколько это будет гуманно по отношению к вам, допустим, да? Насколько будет гуманно, то, что вы хотите, насколько будет гуманно то, что вы предлагаете сделать. На мой взгляд, крайне негуманно. На мой взгляд. Ну, это именно на мой взгляд. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам ответить. Вот то, как я бы мог вам ответить. На вопрос, который вы задаете.
На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.